Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем готовить шоколадные кексы с орехами. Первым делом берем охлажденные яйца и взбиваем их на высокой скорости. Постепенно добавляем сахар. У нас должна получиться пышная густая пена. Убавляем скорость и добавляем растительное масло, какао, разрыхлитель, ванилин или ванильный сахар, предварительно просеянную муку, рубленые грецкие орехи. Просто перемешиваем, и тесто готово. Берем формочки, смазываем их растительным маслом. И выкладываем тесто, не доходя до краев, буквально чуть-чуть, потому что кексы будут пышными. Убираем в духовку, предварительно разогретую, на 180 градусов на 20 минут. Кексы готовы, сочные, нежные, с грецкими орехами. Это очень вкусно. Приятного аппетита, дорогие друзья! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставляйте свой комментарий. Подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья!